пунсанг, паро дхарма, ято бхакти адхоксаджа. Девошен. Преданность. Адхоксаджа. Адхоксаджа. Это подлинная и верховная религия. Паро дхарма. Паро дхарма. Верховная религия. Джива, души. Савай пунсанг, паро дхарма. What? Jato bhakti radhokshaji. And bhakti, what is the symptom of bhakti? Каковы симптомы бхакти? Ахайтуки апратихата. No one can. Никто не может resist. Воспротивиться. And no one cause will come. Оказаться сопротивление. Only. Этому потоку. И у этого потока нет причины, только общение саду, но подлинного саду. Татсаду манне сурабаджадехина, сада самудвигна дхияма садграхат, хиттатма пасан грихаманда купан банангато жадхаримасрайет. So many nice stories. Столь многие замечательные истории и шлоки существуют в Шримад Бхагаватам. Generally we are publicly reading Prahlad Charitra. В целом мы на публике читаем Прахлад Чариту. Дашам Сканду, десятую песню, мы очень редко объясняем, потому что там в полной мере Мадура Рас объяснена, представлена повсюду в десятой песне. И мы очень осторожно подходим к объяснению этой темы. Йогендра Самвад в одиннадцатой песне Бхагавад-гита, сам Кришна тасмат там удавот сиджа чоданан пати чоданан. Это другая шлока. На Чатушан and Удда. That is Uddhava shloka. Это шлока Уддавы. But Guru Maharaj defeated. Но Гуру Махарадж. Атмаджони на Шанкар. Наша Шанкар сана. Цитировал ее. Но и Бхатмача. Санкаршан. Санкаршан. Dearest. Мой. Elder brother. Мой дорогой брат, контролирующий, он также, не таков, как ты. Баладев не рассердился, услышав это? Нет, Баладев был очень счастлив. Уддава. Преданный Баладева. Когда Уддав, когда его положение возвышается, Баладев очень счастлив. Теперь мой преданный занимает более высокое положение, чем я.
Назатами Приятаму Атма Джони Хитрина Шанкара Нача Шанкаршана Насри Наиватмача. Even I am not dear. Даже я сам не столь дорог себе, как ты. Не столь дорог себе, как ты. И этот Удав говорит следующее. Бриндаване кимапи гурамалата усадила Джадустаджан саджанамарчам Патанчахитта бхеджур мукунда падави. What kind of мукунда падави? Срузивир бимикам. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы всегда низвергать положение Веды. Одной при помощи большой палки. Такая ситуация здесь. Очень трудно понять и принять такое. Варнашрама Дхарма, ведическое знание, ведическая культура и философия. Многие люди принимают и понимают все это, но они не способны понять наиболее утонченную концепцию.